Я был рожден свободным человеком и жил на родной земле. Полагаю, вы можете мне помочь. Но однажды нас посадили в вагоны и отправили в неизвестном направлении. Речь идет о судьбе страны, товарищ Сталин. Они – шпионы врага. Любая цивилизация строится на дешевой рабской силе. Я могу дать жизнь этой силе. Мы умирали от холода, голода и страшных болезней. Но мы выжили и обрели новый дом. Казахский народ дал нам надежду на новую жизнь. Я знаю. Чего тебе? У меня есть пара вопросов. Ты еще не познал настоящую боль. Я покажу. Приведите их ко мне. Это изменит мир. Мне пора. Я пойду с тобой. Где он? Это личное приказание. И если мы их в течение суток не возьмем... Ну что ж, за будущее, которое уже наступило, приведи их ко мне. Они знают, что ты здесь. Мы освоили новые профессии. Строили дома, возделывали землю. Твоя история еще не закончена. Борись за свою жизнь. Мы благодарны казахскому народу и казахской земле за то, что помогли нам выжить. Переселение. Всю мою жизнь из-за таких, как ты! Кому говорят? Об одном жалею. Годы. Так хочется пожить по-человечески.